Еще в нескольких российских регионах сегодня закрываются на карантин школы. Причина – гриппа и ОРВИ. Полностью отменили занятия в Сургуте, Оренбурге, Липецке. С 1 по 8 класса не будут учиться в Челябинске. По последним данным, эпидпорог в среднем по стране превышен на 48%. Где-то больше, где-то меньше. В Москве, например, высокие показатели только среди детей. Для контроля за ситуацией создан оперативный штаб. Традиционный всплеск заболеваемости гриппом и ОРВИ этой зимой сопровождается распространением вируса H1N1, который вызывает резкие осложнения. В этой ситуации, говорят специалисты, главное не заниматься самолечением и сразу обращаться к врачам. Помогут и элементарные меры профилактики. К примеру, в воинских частях Центрального округа в рацион солдат ввели продукты с высоким содержанием фитонцидов. Лук, чеснок, витаминные салаты и цитрусовые. Ежедневно измеряют температуру и проводят дезинфекцию помещений.